Чувашию придут холода. Солнечная погода может смениться дождливой уже в ближайшие дни. По данным синоптиков, в республике станет не просто холодно, но еще сыро и ветрено. Резко похолодает в четверг. Ночью воздух остынет до 0 градусов. А днем будет не выше 10-15. С 14 по 19 мая температура воздуха на высоте облаков понизится до 0-5 градусов мороза. Поэтому дожди могут пройти вперемешку с мокрым снегом и ледяной крупой. Сильные осадки ожидаются в пятницу и субботу. За сутки может выпасть половина месячной нормы влаги. Кроме того, усилится западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В ночь на воскресенье возможны заморозки почвы. Не исключено, что майское похолодание затянется до конца месяца. Об этом говорят погодные циклы, связанные с фазами Луны. Судя по ним, самое большое отклонение от нормы ожидается 21 до 23 мая. Кроме того, в третьей декаде месяца станет больше дождливых дней. В результате количество выпавших осадков в Чебоксарах в нынешнем мае может превысить норму в полтора раза.